Рад приветствовать на нашем автопробеге. Приехали отдохнуть. Проводим празднование Дня автомобилиста и дорожника. Харьковский технический клуб «Самоход». Выехало больше 20 машин. Автопробег 8 километров. Практически проехали все без остановки. Единственное, что перегрелся горбатый запорожец. Ну, сейчас он нас доедет. Ввиду коронавируса выставку не проводим. Проводим только автопробег. Встретились, все живы, здоровы. Технику новую делаем. Есть несколько интересных машин, которые только сегодня первый раз выехали. Вот это Toyota, которая у нас за спиной. И, в принципе, пикап ВАЗ-21013. То есть это достаточно интересные машины, которых практически на территории города Харькова больше нет, а пикапа нету даже и на территории Украины. Поэтому мы очень рады, что в нашем клубе есть прибавление, добавка интересная. И надеемся, что на следующий год этой заразы уже не будет. Проведем интересную выставку на День музеев, как всегда. И будет как можно больше машин на этом участке, на этой площади. Ну и сделаем так, чтобы в нашем Харькове появлялось как можно больше машин и как можно больше интересных людей, с которыми будет интересно общаться. Вот он, вот он.